Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня. Это пустышки семьи Кононовых. Ну что ж, как обычно, останавливаться подробно я буду только на том, что из новинок, что впервые у меня в пустышках, а все остальное буду очень быстро перечислять. Потому что пустышек в этот раз у меня огромное количество. За 2 месяца у меня накопилось аж 3 пакета больших вот этих XXL от компании Faberlic. Итак, первое — это наш универсальный спрей-пятновыводитель. Я его очень-очень люблю, очень много лет мы им пользуемся, даже с собой берем в поездки. 301-51 работает на ура. Это действительно суперсила от пятен. Она удаляет и свежие, и застарелые пятна. Очень здорово. Дальше, как вы видите, гель, концентрат для стирки детского белья. Новая линейка с ионами серебра, с гипоаллергенной отдушкой. Все-таки постельное белье своей 10-летней доченьке мы все-таки вот решили стирать этим гелем концентрата. Один гель-концентрат закончился с артикулом 305-15. Это очень мягкая концентрированная формула. У него практически нет никакого вообще запаха. Он содержит ионы серебра, которые известны своей высокой активностью против вредных микроорганизмов. То есть прям с нуля плюс можно вот это дело использовать. Ну и, конечно, обязательно кондиционер в паре с этим. Потому что постельное белье лучше деток, лучше всего стирать вот такими порошочками. Очень хорошо отстирывается, потому что Вика у нас ночью уплывает. К сожалению, не каждую ночь. Раньше по нескольку раз за ночь она уплывала, да, и у нас целая стиралка набиралась каждое утро. И, конечно, это было как в аду, потому что ночь ты не спишь, только уснешь, просыпаешься, она опять ерзает. Горшок, не горшок, то поймаем, то не поймаем. Сейчас, конечно, уже, ну, может, 3 раза в неделю она у нас все-таки успевает описаться в кровати. Ну, дело в том, что у нас аутизм, она очень-очень особенная девочка, и мы решили, что не будем лишний раз рисковать обычными порошками стирать, берем 0+. И вот кондиционер умягчитель для детского белья 305-16. Он тоже практически без всяких ароматов. Сейчас я его еще раз послушаю. Ну да, вот такой, знаете, есть аромат, но еле-еле уловимый. Очень, в принципе, мне нравится. И Викуськино постельное белье очень даже хорошо отстирывать, потому что, ну, мы вечером позастилаем, и максимум она на нем спит 2 дня. Это максимум. 3 дня для нас уже праздник, мы ее хвалим, что вот у Викуси 3-й день пошел, какая молодец, там все такое прочее. Но это редкий случай, вот реально редкий случай. 305-16 это уже умягчитель. Так, дальше. Влажной туалетной бумаги у нас тоже хорошо много заканчивается. Берем ее с собой и в торговые центры, и в детские центры. Да, с собой берем 304-00. Ну, что ими можно? Ими можно и руки вытирать, и все на свете. Это у меня взрослые. Есть еще детские 0+. Вот Викуська пользуется детскими 0+. Дальше. Влажные салфетки, быстрое очищение, уход. Дождики у нас все чаще и чаще. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Да, из этого лета мы еще 1,5 месяца проездили везде. Москва, Питер, Таджикистан, Казахстан и так далее. Вот сейчас вернулись только домой. Месяц назад, и, конечно, уже вот столько у нас пустышек, пока все перестирывали, все чемоданы, и все, боже мой, сколько всего ушло. Значит, 114-34 очень удобно, прямо очень удобно, и с собой их брать удобно, они миниатюрные, и хорошо чистят обувь. Так, дальше, салфетки-ловушки для защиты одежды и от окрашивания. 100% работают великолепно, одна салфетка равняется одна стирка, тут 20 салфеток в машине. Ни разу мы не достали белой салфетки даже на белом белье. То есть даже когда вы стираете белое белье и вы его сортируете, все равно салфетка какая-то вот сероватая бывает. Понимаете? Это просто шикарно. Значит, артикул 308-44. Яркие цвета краски ткани, белые вещи как раз без серого оттенка. В общем, это идеальная просто вещь. Раньше мы их заказывали все время кучами по 20 штучек на Яндекс.Маркете. Смотрим, 3 штучки осталось, опять 20 штучек закажем. Сейчас я счастлива, что я могу делать товарооборот с 26% скидкой плюс 23% скидкой объемной скидки прямо у себя в своем интернет-магазине Faberlic. Для меня это как награда. Я даже не надеялась, что когда-нибудь такое будет и у нас. Это как бы уже распространенная вещь, но стирок у нас бывает много, прямо много. И она спасает даже серое от серого. Вот, но вот этот гель, концентрированный для стирки, его у нас больше всех, как всегда, заканчивается. Это как раз тот самый суперконцентрат, который восстанавливает белизну, устраняет серость, эффективно удаляет пятна при низких температурах и не оставляет разводов. Когда я перешла с порошка на гель, я увидела в 5 раз белее свое белье. И мне это безумно нравилось. Вот. Но с тандемом, да, можно так сказать, салфетками-ловушками для защиты одежды от окрашивания, все равно салфетки сероватого такого цвета.
Вы представляете? То есть белье еще может быть белее, лучше. Артикул 118-42. В общем, супер-мега-класс. Недостатки у этих салфеток-ловушек. Единственный есть недостаток. Это есть риск, что они могут попасть куда-то в барабан, фильтр могут попасть. Но у нас такого не было. Одна девушка в чате за все это время вот отписалась. У нас вот мы действительно много тратим. Еще пока ни одной салфетки-ловушки в барабан не, ну, за барабан не попала в фильтр. И еще один недостаток у них бывает. Они могут куда-то забиться. В наволочку, в пододеяльник. И потом, когда уже все высохло, застилаешь под одеяльник, понимаешь, что, блин, вот она, зараза. Вот такое есть у них. Но я не считаю это недостатком, магазинное точно так же. В общем, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, хвалю, еще закажу, как появится. Их очень быстро расхватали. Я так понимаю, что товар очень сильно востребованный. Далее, старую версию, которую я набрала в прошлый раз по купонам, и набрала очень много, потому что Викусика уплывала действительно часто. Еще вот используем, да, то есть вот таким образом 115-15 артикул. Это все старая версия концентрированного геля для стирки детского белья, ну и плюс, к которому мы с вами, в принципе, все и привыкли. Вот такая вот куча мала. Так, у меня уже заканчивается коробка. Какие большие пустышки. Кстати, я очень счастлива, что компания Эко и вот это все отправляется на переработку. Это просто великолепно, что все можно отправить на переработку. Мой любимый ультракондиционер для белья. Восточный пион с артикулом 118-53. А, еще забыла сказать, для тех, кто смотрит видео впервые. Вся продукция, вся косметика для дома компании Faberlic биоразлагаема, экологически чистая. И не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде. Вот тут есть такие вот значки, как вы видите, да. И тут прям подписано, что видите, биоразлагаема. Вот он состав, очень классный состав. Тут есть все-все-все. Это мой прямо самый-самый любимый аромат. Его очень-очень прям люблю. Посмотрите, сколько много закончилось. Тут у меня, значит, еще концентрированный гель, тот же самый, закончился 115-15, это получается еще, вот сколько много. Дальше гель для стирки цветного, 3 в одном, артикул 308-42, тоже отличный порошок для цветного, цветных вещей у нас, конечно же, намного больше. Так, это у нас концентрированный гель тоже для стирки, 118-43, это 308-42, это 118-43. Это обычный гель для стирки, а это у нас получается 3 в одном для стирки цветных тканей. То есть они немножко разные, но, если честно, я особой разницы прям не увидела. Оба классные, оба клевые. Дальше концентрированный гель для стирки деликатного белья 118-40. Его уходит всех меньше. И на него, кстати, вообще никогда не бывает скидок. Такое ощущение, что он очень ходовой. Никогда не бывает, но он действительно классный. И курточки, и пледы какие-то пушистые, все. Ну и концентрированный гель для стирки 118-42 для белого белья 3 штучки. Далее закончились два прекрасных аромата. Я их заправляю в свой увлажнитель дома. Во-первых, это эвкалипт в чистом виде. Он известен антисептическим действием, нормализует работу сальных желез, улучшает состояние кожи при углевой сыпи, восстанавливает кожу. То есть в кремчик его просто капнуть, да, капельку на ладошку. Сначала кремчик, да, горошинку, и в эту горошинку капнуть одну капельку эфирного масла и наносить. То есть усиливает антисептические действия все. А также можно снять выпадение волос. И это прохладный аромат, который создает атмосферу ясности и настраивает на интеллектуальный труд. Мне он очень нравится, поэтому я еще на лицо, там еще куда-то, я его никогда не наносила. Почему? Потому что не то, чтобы я там боюсь, да, нет, ни в коем случае. Просто я его пока что, как-то вот мне некогда, у меня много кремов всяких, еще что-то хочется им пользоваться в чистом виде, чтобы потом рассказать обзор, да, чисто вот из-за этого. И самое главное, что я его все-таки, вот мне хватает такой штучки, ну, я по 3, по 10 могу капель, да, капнуть. Вот у нас тут было очень много, мы создавали своего бота, нас реально было очень много людей, целую неделю подряд, по много человек. И, конечно, я его прямо могла и 15 капель в увлажнитель капнуть, 5-литровый, да, 5-литровый увлажнитель. И вот девчонки все говорили, боже мой, какой приятный аромат, как классно работать с этим ароматом. Вот, просто великолепно. Да, я еще тут потемпературила, подцепила пилонефрит, под кондиционером посидела, и мне продуло почки. У меня была температура под 40, и работать было сложно. Прям сложно было работать, тяжело. И вот он мне как-то вот действительно помогал. Я его запускаю, и где-то вот, может, проходит минут 10-15, я чувствую еще какую-то собранность, да, то есть проверила прям даже на таком не очень хорошем. Дальше, аромат секси. Мне очень нравится этот аромат, потому что тут в составе идет сладкий апельсин и
Иланг-Иланг, Амирис, Марокканская роза, Жасмин, он тоже идет 5 мл. Артикул 1357. Чем понравился? Тут описано, что он манящий, притягательный, пробуждает воображение, позволяет наслаждаться полнотой жизни, возбуждает, очаровывает. Меня он не возбуждает, мне просто как-то он действительно расковывает, как-то вот расслабляет. Вот очень такой приятный аромат, какой-то такой спокойный праздник, что ли. Я не знаю, как это описать, очень понравилось, конечно, да. Далее, очень много, пока мы ездили, да, очень много у нас закончилось. То есть, ну как, мы их почему-то не достали, палочки не закрыли каждый, да, зачем они нам тут, нас полтора месяца дома не было. Ну вот он где-то на 2 месяца хватает. Где-то вот так примерно, полтора нас не было. И вот мы почти уже месяц дома, и вот у нас сакура матча теа вот начала заканчиваться, несколько штучек, да, очень классные. Тут, к сожалению, артикулов нет, они будут только тут написаны. Сакура матча теа закончилась, несколько штучек. Они у меня стоят везде, в прихожей, в коридоре, везде-везде. То есть сакура — это один из моих любимейших ароматов. Он успокаивающий такой, релаксирующий идет. Дальше мандарин фреш — это бодрящий. Обычно я, если вот это ставлю где-то вот, ну я выбираю, конечно, где их ставить. Этот я обычно ставлю, они очень красивые, где-то в спальне. А вот это вот мандарин фреш можно поставить на кухню, в коридор, в туалет, в уборную. Что-то такое вот. Он уже такой, знаете, бодрящий идет, да, мандаринчик. Мандаринчик, я что-то не знаю, я тут посмотрела, их как будто на сайте нет. То ли для нас компания что-то новенькое готовит, то ли они скоро опять появятся обратно, но они мне очень нравятся. Я расстроюсь, если их не будет. Дальше Daisy Water. Вот я вижу 2 штучки. Тоже очень классный релакс аромат Daisy Water. И Black Amber. А, Sparkling Lights — мой один из самых любимых аромат. Ой, аромат праздника, но не апельсинами, мандаринами, а именно такой праздничный, хорошенький такой аромат. И Black Amber тоже безумно понравился, безумно клевый, вкусный, он мне очень подошел. А вот, кстати, у релакса Black Amber, кстати, и даже есть артикул 10.058, даже есть состав, вот я вам покажу, вот, и описание очень приятное такое, классное, да, Black Amber. Ну, это ощущение какого-то дорогого, приятного дома, что ли. Это очень красивые ароматы, очень достойные. Они идут натуральные, на натуральных маслах, что очень-очень приятно. Так, парфюмы для стирки. Ну, этот мне, конечно, вот этот и фиолетовый, мне понравились больше. Ужасно прям понравились, они клевые, классные. Тут увидите вставленный ролик от компании Faberlic, он длинный. Настоящий парфюм для стирки тканей в форме гранул. Концентрированные ароматы с пролонгированным эффектом. Достаточно насыпать всего 1 столовую ложечку гранул при стирке, чтобы придать вещам потрясающий, красивый и очень стойкий аромат, который держится на тканях до 12 недель. Аромат не только долго держится и слышится, но и активируется при использовании и ношении одежды и раскрывается дополнительными шлейфовыми нотами. Парфюм для стирки надолго освежает ткани и защищает их от затхлости, которая может появиться при длительном хранении одежды и постельного белья. Также аромагранулы отлично подойдут для надежного удаления неприятных запахов и освежения спортивной одежды. Мы приготовили для вас 3 продукта с потрясающими ароматами, среди которых каждый сможет найти своего фаворита. Солнечное очарование – это чарующий цветочно-фруктовый аромат с легкими нотами пряности и шипра. Это самый универсальный парфюм для стирки, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. Цветочная гармония – это свежий аромат цветущего весеннего сада с нежными фруктовыми нотами. Этот парфюм для стирки наполнен теплотой и легкостью и создает ощущение единения и гармонии с природой. Ягодная энергия – это очень яркий, сочный ягодный аромат с легкими нотами фиал. Этот парфюм для стирки заряжает бодростью и энергией. Он точно поможет поднять настроение, даже если за окном непогода. Аромагранулы расходуются очень экономно. Одного маленького флакончика хватает на 20 стирок. А яркая, красивая упаковка делает парфюм для стирки не только отличным умным помощником, но и прекрасным подарком. Артикулом 308-46. Больше всех мне понравился вот этот аромат зеленой травки. Больше всех мне понравилось такое вот оформление. Я даже чуть-чуть оставила, чтобы показать вот такие вот гранулки. Их вы добавляете вместе с порошком. Не вместо порошка, а именно вместе с порошком. Действительно очень
вкусно, очень классно. Но у меня были случаи, что в продуктовом чате писали: я вот футболка полдня попользовалась, все, я уже не чувствую. Но тут прям написано со звездочкой, что аромат держится в течение нескольких недель, если он в сложенном виде лежит в ящике, да, то есть какое-то постельное белье, или вы что-то перестирываете и убираете куда-то. А если вы это носите на себе, то я считаю, что это уже даже не должно обсуждаться, да, потому что, ну, как ткань, любой парфюм, он тоже аромат проходит. Но, в принципе, мне понравился этот парфюм, буду заказывать. Я думала, это какая-то фигня побаловаться, но на самом деле нет. Он очень классно наполняет ароматы и в доме, и вообще на душе, и так далее. Конечно, этот солнечное очарование мне понравился. Он мне очень даже приятен. Да, там немножечко, видите, присохло. Он мне очень приятен, но есть в нем какая-то солнечная грубинка, я бы так сказала. И он не так мне сильно прям супер нравится, как, например, понравился вот этот зеленый и на втором месте фиолетовый 308-45. Отличные, буду пользоваться дальше, буду покупать и введу их, наверное, в постоянный уход за вещами. Но, если честно, сложно ввести в постоянный уход, потому что пока ты в предварительный отдел стирки положишь биопятновыводитель, во второй отдел стирки нужно положить порошок и вот эти гранулы. Третий отдел стирки нужно положить, получается, налить ополаскиватель. Дальше четвертое — это салфетки, ловушки для пятен. И бывает, ну, что-то не добавил, что-то забыл, начинаешь путаться, потому что уже целая куча каких-то правил перед стиркой. Раньше же что ж, порошок, кондиционер и все. А сейчас что-то какие-то все инстанции, но белье действительно классное. И мы уже забыли, когда мы покупали новое постельное белье с компанией Faberlic. Очень сильно вот у компании Faberlic щадящее средство для стирки. Очень классное и очень клевое. Так, дальше. Таблетки для посудомоечных машин. Артикул 30060. Тоже биоразлагаемые, экологически чистые. Никаких к ним нареканий нет. Таблетки как таблетки. Все очень хорошо отмывается. Дальше. Концентрированный гель для посуды. И мы моем все, что нельзя, в посудомойку. С ароматом яблока. Вы знаете, тут аромат такого красного, нежного, свежего яблочка. Очень приятный аромат. 30094. Он тут идет против сложных загрязнений. И один из моих любимых ароматов. Да еще и плюс 0+. Так, далее. Чистящий крем универсальный. Чистили мы им тут балкон. Быстро, классно, качественно. Он идет с микрогранулами 302-53. Просто обалденно. И стены, и ставни окон вот эти пластиковые, да. То есть все великолепно. Универсальное моющее средство, я не знаю, от универсального средства компании Faberlic, средство BSI, вообще ничем не отличается. И BSI биоразлагаемое, экологически чистое, и Faberlic биоразлагаемое. Запах у них тоже у обеих такой нормальный, обычный. В общем, я, честно сказать, не вижу разницы. Хорошее средство, действительно. Ну, и можно мыть все. Пол, тоже стены, там, все что угодно мыть. Это идет как крем с микрогранулами, а это просто жидкость без микрогранул. Дальше, это от BSI антибактериальный гель для рук 1702. То есть антибактериальный, а не дезинфицирующий. Дальше, биогель для очищения туалета. Артикул 10898 с ароматом какой-то кисленькой хвои. Я бы так это дело писала. И вот, кстати, вернусь к этому гелю. Очень хорошо. Вот у меня Викуська любит руки в рот, еще что-то, понятно, да, в поездках, там, в аэропорте перед едой. Даже если ты сходил в туалет и помыл руки, пока ты схватишь кучу ручек после кучи людей, понятно, что руки, они уже грязные, когда ты дойдешь обратно до кафе в аэропорте. Ну, это 100%. Поэтому это средство, оно как бы для нас незаменимо в дороге и очень даже незаменимо, когда ребенок уходит играть. Например, ребенок играет в каком-то центре, да. Еще, Викуська у нас тут недавно откусила заусенницу, прям сильно-сильно-сильно откусила и ревет. Я ей прям выдавила вот так кусочек, ну, сейчас вот он такой гельчик, да, я ей выдавила, вот так вот просто сидела, вбивала, ей чуть-чуть пощипала, я ей подула, вот так вот повтирала, и на следующий день у нее не, мало того, что ничего не опухло, так у нее еще и все зажило. Вот я, видите, тоже вот заусенницу взяла, оторвала, да, то есть можно помазать остаточками. За Викуськой сложно следить, потому что мы не знаем, что она в какой момент сделает, но тут в составе, да, в составе, очень классный такой состав, шикарный, и как раз тут написано, что тут есть масло из листьев эвкалипта, листьев чайного дерева, которое обладает антисептическим, противомикробными свойствами, повышает местный иммунитет, нормализует защитные функции механизма, и все вот эти вот бобочки, где-то она упала, коленка поцарапала, еще что-то, у нас он вместо хлордексидина, понимаете, плюс сразу заживляет,
потому что хлордексидин в составе тоже имеется. Поэтому вот это средство для нас последние, там, не знаю, полтора-два года, оно стало просто незаменимо. Причем у него очень такой еще и приятный аромат, очень приятный аромат, который мне очень нравится. Дальше, очень разочарована в освежителе воздуха. Запах абсолютно стал другой, вкус абсолютно стал другой, пахнет какой-то кислятиной. Такое чувство, что это была неудачная партия или что-то, не знаю. Прямо вот расходуем просто потому, что он есть, но без какого-то особого удовольствия. Да, он совсем справляется с запахами, но запах абсолютно не тот, какой был в самом начале. 80.06. Поэтому мы вот уже начали использовать вот эти вот биоосвежители для воздуха. В основном они у нас на балконе стоят, потому что везде ароматизаторы. Артикул 109.01. Там у нас и курят ходят, и, конечно же, у кошечки там туалетик стоит. Поэтому, конечно, акватически очень здорово. 109.01. Он еще идет успокаивающий. Я вижу, когда Викуська сильно взбодрилась, я могу пройти его по квартире, распылить немножко. Думаю, пусть она вот успокоится от этого аромата. Дальше. Робот-пылесос у меня работает только с универсальным антибактериальным средством. Как вы видите, их очень много. Оно идет против всех бактерий и вирусов. Так, артикул 301.36. Очень классная штучка. Лицо. Это у нас маска для лица, шеи, декольте, ультралифтинг. Так как я поболела, сразу же на лице все болезни отображаются в первую очередь, потому что организм в первую очередь латает внутренние органы, потом уже внешний орган, свой самый большой, кожу, да. Артикул 0654. И вот эта лифтинг-маска, это, конечно, мой must-have. Я к ней возвращаюсь уже по нескольку раз. Она идет с антивозрастным комплексом Valmik Miracle, запускает режим молодости, моделирует овал лица, подтягивает зону шеи и декольте. Я ее прямо от линии роста волос до груди полностью наношу, обеспечивает заметный результат уже через 7 дней. Да, действительно так. Очень удобная в консистенции. Такая вот масочка. Очень у нее приятный яркий аромат. Единственный минус, если сильно на ночь эту маску нанести и аромат еще от лица не прошел, то кошка со мной отказывается спать. Ей не очень нравится этот аромат, представляете? Так, дальше. Зубная паста для чувствительных зубов Sensitive 1657. Она у меня, наверное, в каждом обзоре. Кремчики пошли, да, для тела. Ходил у меня массажист, 3 дня всего проходил, и я заболела и пока что отменила, да. Вот успела я за 3 дня допользовать 2502. Это антицеллюлитный крем для проблемных зон. Опять ничего сказать не могу про крем. Да, он работает, но его нужно там утром, вечером, ну, как вот по инструкции, часто наносить. Вот. А я не часто его наношу. Мне делают с ним просто массаж, да, ну, понимаете. Как крем, шикарный, кожа подтягивается, становится лучше, потому что, когда идет массаж именно с антицеллюлитным кремом, понятно, оно круче. Ну, например, на шею и так далее, я могла просто увлажняющий крем суфле использовать с кокосовым молоком, молочными протеинами. Кстати, очень приятный такой аромат. 83.96 артикул. Так, еще одна зубная паста почему-то упала, тут лопнула. В общем, кошмар. 24.44. Дальше. Мне подарили. Я не понимаю, куда их девать. Ходить просто так распылять по квартире? Или на белье распылять? Или куда распылять? То есть я как-то вот честно не нашла ему применения. И когда мне его еще и подарили, я тем расходовала, я его просто вылила в увлажнитель для воздуха. И мне было очень вкусно 2 дня. Да, прям половину вылила сначала на 5 литров, потом вторую половину. То есть 2 дня я Sparkling Life Happy вдыхала с помощью увлажнителя. Просто туда и все. Нормально, вроде бы ничего не сбилось. Артикул 10.080. Честно, тут написано и ткань, и тело, и текстиль, и какие-то предметы интерьера, что он не содержит спирт. Везде надо ходить, распылять. Но кто что будет делать вот у нас, например? Нам некогда, мы про него все время забываем. Я думаю, что он валяется. Зубную пасту дочки еще обновили. Артикул 14.97. Дальше лицо. Мицеллярная вода, конечно же. 28.19. Одна из самых моих любимых. Очень-очень нравится. Увлажняющий тоник для лица. 28.21. Тоже очень нравится. Цвет, вкус, аромат, консистенция, действие. В общем, все очень классно. Викуськина помадочка. 47.40. Такая вот была красотка. С ароматом апельсина. Все, закончилось. Далее у меня сломалась помада. Но судя по вообще вот этому всему, у меня такое чувство, что это Викуська мне ее тут сломала. Видите, да? Ой, сейчас как улетит. И я решила, что у меня помад нет, что ли. Думаю, выкину. Вкусная сладкая Аква ди Портофино. Артикул 43.13. Она действительно классная. Она такая, как вам сказать, увлажняет, она блестит. У нее такой и не рыжий, и не розовый, такой прикольный получается
блеск на губах. И она очень вкусная. Она очень вкусная помада, честно это сказать. Но я почему-то решила, что нет, мне не надо. У меня еще есть. Вот, поэтому выкинула. Давайте это сделаем последней пустышкой. Это такой длинный вот обзор. У меня просто там еще бесконечное множество. Обо всем хочется рассказать. Есть вещи, которые мне нравятся, которые не нравятся. Вот, закончу плохой нотой. Да, очень плохой нотой. Вот этот Faberlic Citronica, я не знаю, есть он, нет наличия. Но до такой степени невкусная вода. Я сейчас чуть-чуть ее брызну. Я не понимаю вообще, что это за вода такая. В общем, это какая-то не цитроника. Это какой-то лимон. Какой-то вот грубый лимон, прямо такой неприятный, злой грубый лимон. И она у нас стояла, я ее... Такие вот воды, которые мне ужасно не нравятся, но я же их не буду выкидывать. Я их купила на обзор, как VIP-консультант, мне хотелось ей пользоваться. Я помню, что я ее тогда очень сильно отругала, потому что запах, ну, просто непонятный какой-то. И я ее поставила в уборную. И вот она у меня в уборной простояла более 2 лет. То есть все, кто по разу ей воспользовался, там, да, после себя ароматы вкусные навести, больше ее не брал. А потом у нас где-то что-то рядом горело, то ли гараж, то ли что. Запах был просто невероятно неприятный. Я взяла и просто сходила, говорю: девчонки, ну, в принципе, аромат лимона нормально. Давайте сейчас с вами пройдемся, потом еще вот этим пройдемся. Говорю, чтобы мебель-то вот, ну, не пропиталась вот этой гарью. И я ее израсходовала на всю квартиру. Квартира 7 комнат, поэтому она у меня ушла. Вот где-то чуть меньше половины, долго-долго стояла в уборной и так и... И так еле-еле ушла. Ну что ж, мои дорогие, пустышки часть вторая скоро выйдет.